Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в этом потрясающем торговом центре «Охтамол». Два дня крафтового уикенда в Санкт-Петербурге. Я напоминаю, что сегодня каждый из вас может насладиться огромным количеством сортов пива. Как сварить пиво и при этом остаться в живых, сегодня предусмотрена лекция. За моей спиной вы можете видеть еще один стенд. Именно вот эти парни сегодня варят пиво. Ну и важный вопрос, когда уже можно пить это пиво? Через 21 день. А какое пользуется большей популярностью? Усы Боцмана. Всем советую. Очень классное пиво. Усы Боцмана. Пивовары дружат между собой или все-таки это получается некая конкуренция? Они делают вид, а на самом деле хотят друг друга убить. То есть все слеты пивоваров так или иначе заканчиваются... массовыми убийствами. Знаете, что вот если брать такой небольшой экскурс в историю, то девушки, которые занимались пивоварением, да, они должны быть очень красивыми. Поэтому мы здесь и работаем. Не только скромные, но и красивые. Пивная культура, в чем она заключается? Чтобы люди не просто напивались алкоголем, да, употребляли правильные вещи. Здоровая и вкусная пища. Здоровая и вкусная. Пиво, жидкий хлеб. Что вам больше всего нравится на сегодняшнем празднике? Дружеская атмосфера. Тут все друг друга любят. Люди, которые любят пиво, они не могут не любить друг друга. Человек, который идеально вписывается в концепцию сегодняшнего мероприятия. Друзья, Роман, аплодисменты. Вот кто поаплодировал, этим людям мы отдадим фотографии. А кто не поаплодировал, фотографии мы не отдадим. Вы можете его выпить из любого бокала, и оно будет вкусное. Я чувствую, вы тоже попробовали тыквенный ламбик. Конечно, я с утра его пью. Я просто попробовал тыквенный ламбик, и он очень вкусный, относительно крепкий. Веселое пиво. Хочется поздравить вас с вашим замечательным слухом. Вы очень хорошо услышали свое имя. Дальнейшие какие планы? Посмотреть дальше, что тут у нас творится в этом комплексе. Что тут у нас творится? Это в вас говорит крепкое пиво. Спасибо. Чем вы готовы сегодня удивить присутствующих на крафт-викенде в Охтамол? Необычными вкусовыми сочетаниями. И, собственно, поэтому... они требуют храбрости, чтобы на них решиться. Брауни с беконом. Это уже взрывает мой мозг. Это шоколадный десерт с мясом, с беконом. Друзья, вы только вдумайтесь. Чизкейк из черного чеснока. Мне кажется, идеально для рекламы данного десерта подошел бы Че Гевара, потому что трипл Че, тройное Че, еще Че Гевара. Че-че-че-че-че. Все по достоинству оценили... звезду сегодняшнего вечера, друзья, Валдис Пельш. Очередной музыкальный гость появится на этой сцене. Ну а мы разыгрываем подарки, друзья. Попробовала пиво, забыла, как называется. Хорошее пиво, раз забыли, как оно называется, да? А какое пиво вы порекомендовали бы 100% попробовать всем присутствующим? Какое-нибудь американское. Спасибо за ваш патриотичный ответ. На позитиве, классный концерт. Ну, все было реально достойно, на уровне. Открою тайну, что за классной субботой идет классное воскресенье. Завтра продолжение, второй день. Готовы ли вы? Это уже опасно, вот это уже опасно. Мы митмейкеры, и мы делаем разное мясо с разных уголков нашей планеты. И все это объединили под одним единым брендом Meat Makers. Единственные вегетарианцы, которые готовят мясо. Самое популярное у нас, очень выстраданное наше блюдо, которое мы очень долго готовили, долго тренировались, это пастрами. Говяжья грудинка копченая, которая мариновалась 12 дней и коптилась 8 часов. Продолжаем наш крафтовый уикенд в Охтамол, и хедлайнером сегодняшнего мероприятия является группа Billy's Band. И прямо сейчас, друзья, мы зададим буквально несколько вопросов. Расскажите, как вам сегодняшний праздник? Атмосфера отличная, энергия бьет ключом, прекрасная публика. Я рад видеть рандомальных петербуржцев. Скажите, вы очень часто в своих песнях говорите про Купчино. Это ваш родной район, вы там родились, выросли. Мне не важно, Купчино это или нет, это моя родина, это моя малая родина. И если бы это был московский район, точно так же было бы все. Мне не важно. Я вообще люблю все районы. Просто есть, которые я люблю чуть-чуть больше. Скажите, а вот такие крафтовые уикенды, есть ли смысл продолжать делать? Нравится ли это людям? Массовые мероприятия, где присутствует культура, делают петербуржцев только лучше. Спасибо, друзья. Это был хедлайнер Billy's Band. У нас здесь происходит небольшое соревнование. Ребята играют. Дамир, расскажи, во что играют ребята? Пивную игру американскую, бирпонг. Самое запоминающееся, это когда девушка закинула свой стакан. Просто она очень хотела пива. Когда закончится пиво, игра пойдет на раздевание. А, вообще впервые слышу. Все правила игры до конца не рассказали. Похоже, что нет. Энергичная, но нужно сосредоточиться. Я так понимаю, вы уже сосредоточились. Крафтовый уикенд уносит всех, друзья. Бомба, как говорится. Все своими руками, все потрясающе вкусно. Черный бургер с олениной. Вкусных стейков из оленины и поменьше рогов. Мне очень понравился ваш девиз. Фастфуд, изменяющий восприятие обыденного. Обеденного. И обеденного тоже. Абсолютно правильно, что вы прочитали именно так, как там написано. И обеденного, и обыденного. Тунец ролл. Я думаю, что для этого блюда тоже можно придумать какой-то яркий слоган. Например, полный тунец. Полнейший.
прямо сейчас попробовать бургер и рассказать ваши ощущения. Бодрый. Бодрый. Самая классная оценка для бургера от Burger Lab. Гость крафтового уикенда. Человек, с которым очень приятно работать, это я вам говорю по личному опыту. Расскажи, как тебе крафтовый уикенд? Мне очень понравилась, такая хорошая атмосфера. Отличное пиво, отличная еда. И, конечно же, спасибо большое организаторам за музыкальные презенты. Пиво сближает. Было интересно, пожалуй, необычное мероприятие для Санкт-Петербурга. Я надеюсь, что все это будет продолжаться далее. И очень вкусное пиво, огромное количество сортов, и любители пива обязательно оценили по достоинству. Также крафтовая еда, друзья, просто непередаваемое ощущение, насколько вкусно. Мне удалось попробовать это, вы тоже увидели в ролике. Мы приглашаем вас на следующее мероприятие «Охтамол», крафтовый уикенд. Петр Чарушин, Владимир Нагорский с вами.